поздравляю всех с наступившим 2020 годом, годом мышки. Вот. Желаю в году в следующем свершений, творческих свершений духа и тела, приобретения новых знаний, навыков, друзей, подруг и детей, и мужей, кому чего нужно. Вот. И всех обнимаю сердечно. И вот мы собрались у меня дома, за таким столом, с елочкой, с мамулей. Покажи мамулю. С мамулей. С Анечкой Воробьевой, моей племянницей. Андрей Воробьев. Любимый зять. Да, любимый зять. И вот моя сестричка Олечка. Все. С Новым годом! С Новым годом! Ура! С Новым годом! Да. Все. А теперь, значит, обзор, собственно говоря, что у нас там на закуске. Пока на закуске разминочка. Вот, пожалуйста, это тирин французский с мармеладом из крыжовника. Ну и корка красная. Это традиционная шуба. Это салатик с языком. Чипсовая нарезка с... Это жаркое, в общем говоря, рататуй. Это, собственно говоря, тирин с... мясом утки, свинины и курицы с медово-горчичным соусом. Вот. Так, у Анечки у нас диетическое питание. Рыбка с креветками и с рисом. Ну и, собственно говоря, домашнего приготовления. Значит, домашнего приготовления.